Последние годы все больше туристов интересуются нашим краем. К нам приезжают, чтобы искупаться в водах из Кулия, полюбоваться красивейшими горами, подышать свежим воздухом и познакомиться с традициями кыргызского народа. Наши корреспонденты побывали в Чытыгульском районе, где побеседовали с местными жителями и туристами. Адилет Кадыров уже 4 года встречает отдыхающих на Джайло Кюкджайык в Чытыгульском районе. Казахстан, Америка, Россия. Сюда приезжают много туристов из США, России и Европы. Я их вожу к водопаду, а также мы с родителями угощаем их нашими традиционными блюдами. Даем примерить национальную одежду. А то, кто Бюбю Асанбекова размещает туристов в 6 юртах. Она и ее семья готовят для них национальные блюда, угощают чаем, вскипяченным в самоваре. Любителей отдыхать на склонах гор в последнее время становится все больше. Я очень рада, что к нам ездят иностранцы, интересуются нашей природой и нашей культурой. Число экотуристов растет каждый год. Люди, привыкшие жить в мегаполисах, стремятся отдыхать наедине с природой, по максимуму отказавшись от благ цивилизации. Когда я приехал в Кыргызстан, я для себя открыл многое. Я услышал тишину ночи, почувствовал свежесть горного воздуха. Ни один гаджет не заменит этого. Трудно описать, что я чувствую. Это одновременно и отдых, и приятная усталость. Захватывает дух. Мы когда сюда ехали, смотришь на горы, вот это все такое огромное, все такое, аж прям вот как на качелях, прям аж дыхание вот так вот захватывает. Также для туристов интересны обычаи кочевых народов. Местные жители показали отдыхающим национальные игры. Чтобы привлечь как можно больше туристов, создаются все условия. А местные жители с радостью принимают гостей, решивших приехать и отдохнуть наедине с природой. Елена Ткаченко, Чингиз Джумагулов, Общественный первый канал.